Семей прошла военно-патриотическая акция «Опора нового Казахстана. Благородная молодежь». В мероприятии участвовали ученики 10-11 классов школ левобережной части города. Организаторами мероприятия выступили Департамент по делам обороны области Абай и Управление командующего регионального командования «Восток». Главная цель мероприятия – воспитание патриотических чувств среди подрастающего поколения, популяризация воинской службы, доведение новелл в сфере военной службы до молодежи призывного возраста. Для учащихся выступили представители Департамента по делам обороны области Абай и ответили на интересующие школьников вопросы. Значение сегодняшнего мероприятия состоит в том, чтобы у наших будущих защитников Отечества формировалось правильное отношение к военной службе, патриотическое воспитание, а также рассказать, какие изменения, новости происходят в вооруженных силах. Помимо этого, для учащихся была представлена выставка военной техники и оборудования, а также обмундирования. Подобные выставки являются возможностью расширить свои знания в сфере обороны и повысить чувство патриотизма. Ведь каждый гражданин должен знать историю своей страны. В целом, вообще, в соответствии с планом профилактических мероприятий, проводятся обширные мероприятия, которые направлены в основном на войсковые части подразделения, в которых мы еженедельно проводим определенные мероприятия согласно установленного плана, согласно указанию президента, новые новшества, как касательно льгот для школьников, то есть сейчас уже имеются льготы после службы, обязательной службы в армии, срочной службы, нашим бойцам дается возможность поступления в высшие учебные заведения, то есть это тоже является одним из стимуляций. На мероприятии также была представлена выставка вооружения и экипировки. Каждый учащийся мог задать интересующие их вопросы. Подобные военно-патриотические акции направлены не только на формирование у молодых людей чувства гордости к своей стране и уважения к ее истории, но и развитие таких важных качеств, как дисциплина и ответственность. К слову об ответственности. Олжас Самархан является одним из активистов в военном направлении. Он обладатель первого места международного конкурса «Смарт Сарбаз». Как говорит представитель молодежи, подобные мероприятия помогают воспитывать молодежь в духе патриотизма. На мероприятии мы от лица молодежи, как участники, будем проводить профориентацию. Выставка – это обзор нашей истории. Для молодых людей, участников 10-11 классов, очень правильно ее знать. Интерес к военной сфере у молодых людей растет, поэтому подобные акции являются стимулом для молодежи изучать сферу обороны, а в будущем внести вклад в безопасность своей страны. Малика Мухтарова, Нурлан Уразалин, телеканал «Семей».